Само слово «соборный» русское слово «собор», «собрание» – это самая яркая характеристика Церкви Христовой. Церковь – это собрание. Собрание, только очень важно говорится, кого и с кем. Да. Это собрание Бога со своим народом, с верными Ему. Вот очень важно. Это не только человеческий момент. Вот мы вместе, мы собраны, мы вот собрание верных, мы верой объединены. Нет, 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 не только мы. Первый номер в этом собрании – Господь Бог. Его Церковь – это Сын Божий Иисус Христос, глава Церкви. Вот. Потом верный Ему – это то, что мы православные, богословские называем догматическая Церковь. Небесная, Церковь, торжествующая перед грехом, Церковь святых – это ангелы, и те святые, те праведники, которые достигли меры совершенных и сейчас в Царстве Божьем душами, или, как недавно память была про Ильи, и не только душами, телами. Вот. И это те, кто хранит Господу верность на земле. Признак членов этой соборной церкви, этого собора верных Господа на земле, указаны в Евангелии. Две характеристики. Хотя мы понимаем, что главная характеристика верности – это образ жизни, понятно. Но и даны две внешние характеристики. Например, Господь говорит, всякий, кто уверует и крестится, спасен будет. Вот один из признаков земных нас – подтверждающих, что мы часть Церкви Христовой, вот этого собора, вот этой соборной церкви, собрания верных, это то, что факт нашего крещения. И второй признак: Христос Спаситель сказал на Тайный вечер, в Евангелии написано, Господь говорит, что кто принимает его тело и кровь, в том есть жизнь вечная. Кто не принимает, в том нет жизни вечной. Царствие Христово, Церковь славы – это ведь она вечна. Поэтому вечность там, где тело и кровь Христова. То есть, совсем упрощенно, крещенные и регулярно причащающиеся, при этом стремящиеся жить по законам Царствия Божия, это земные члены, это собора верных Господу или Церкви. Поэтому наш собор – это Христос Спаситель, ангелы, святые угодники Божии вместе с Богоматерью, и мы, земные, крещенные, причащающиеся и стремящиеся жить по евангельским заповедям Божьим. Вот единство наше, оно не единство убеждений, не единство целей, хотя и убеждения общие, и цели, а единство более глубинное. Мы все, вот перечислены мной, мы все, по слову апостола Павла, он этот собор именует как тело Христово. Голова Христос, мы все части этого тела. Вот как в теле. Один орган не может быть отдельно от других сам по себе. И все это единой кровью единой все связывается одной системой организма. Так соборность церковная содержится кровью Христовой, единым его действием, силой и благодатью. Его тело является. Можно сравнить собор церковный с семьей. Это уже сравнение будет, тут свои есть некие несовершенства. Но как в семье? Есть отец, глава семьи, есть мать, есть дети, может быть, и внуки по-разному. Это генетически родные люди, это одну фамилию носящие, переживающие себя как род. Вот. Писание здесь так сказано, говорит, мы рода Его. Поэтому так можно сказать. И эта вот соборность, она здесь очень важный момент. Еще раз повторюсь, центр церковной соборности, можно сказать по-другому, глава церковной соборности – это Христос Спаситель. Вне Его – это просто, это как душа, ну, голову брать, чего бы с телом. По частям разгниет, развалится.
пропадет. Так и здесь. Церкви, единство, собор свет единства, которое многих, разных, непохожих, но совершаемо во Христе. И Христом соединяемые. Я соединен с Христом, с которым соединены вы. И поэтому мы в нем соединены друг с другом. Вот это. Так, можно сказать, еще о соборности. Очень понятным, ясным, таким, ну, почти разговорным языком. Отец Владимир, вот введя этот термин и говоря так, вот одну из форм, то есть внешние проявления, ну и внутри в том числе, этой православной соборности, вы назвали одну из них, это таинство причастия. Только ли в таинстве причастия православные, регулярно живущие в этом таинстве, могут являть эту соборность? Можно такой аналог привести. В Царстве Божьем, мы сказали, собор церковный – это и полнота Церкви Небесной, торжествующей. В Царстве Божьем ангелы, святые. В чем заключается соборность? Во всем образе их бытия. Так и здесь. Евхаристическое общение, соединение в крови Христова с Христом, через Него друг с другом – это эпицентр. Это основа. Но это и фундамент всего остального. Поэтому, если вот, например, вот прям совсем такой упрощенный вариант. Если, например, мы соединяемся с Господом Иисусом через причастие тела и крови Его, а в нем друг с другом, то получается, кто такие твои дети? Ваши дети. И мои тоже. Мои родные. Они и родные тебе, а мы родные во Христе. И твои, мои дети от одной чаши причащаются. Поэтому, например, тема сразу воспитания становится не частной темой отдельной семьи. Хотя это никто не отметает. Особенности могут семейные быть. А это тема уже всей, всего собора, всей общины верных. Поэтому разумно и правильно при церкви есть то, что является воспитанием детей. Мне вот в этом плане показался очень интересным факт, когда мы были в Палестине паломниками, и в частности были в Иордании, у святых мест, связанных с именами пророка Ильи, Иоанна Крестителя, Моисея, в Иордании такие места есть, и вот видели там православные храмы, в частности Иерусалимского патриархата. Очень интересно, они одинаковое расположение, планировки. Значит, какая-то территория огорожена, а одна треть территории – храм, дом притчи, две трети – школа, спортплощадка и так далее. То есть там этого отделения школа церкви нет. Там это дело общины, дело верных, дело церкви, воспитание детей, формирование молодежи, их взглядов. И что было очень интересно для меня, например, мы пришли, а я знаю, что у них храмы незапираемые. И я, мы там спросили, можно ли войти в храм. И подбежал очередной дежурищий, как бы при этом дежурный. Это молодой человек, один из старшеклассников, который чем-то не волейбол, чем играл, не помню там. Он забежал, подбежал, открыл нам, провел нас. Старший. Да, да. Смотрящий фактически за храм. И получается, школьник. Выходит, смотрите, не просто община занимается воспитанием детей, а детей в силу того или иного возраста, например, старший, оказывает некое вот попечение о храме, когда нет богослужения. Так это же сильно очень. Очень. Мне кажется, это очень сильно, очень даже, да. И вот смотрите, в литургии соединяясь, в Евхаристии с кровью Христовой, духовно, онтологически, глубинно, они и потом... Даже вот мы были вечером, что очень интересно. То есть школьные занятия закончились, а дети не разошлись. Они потом собирались там какие-то спортивные кружки, еще прочее. И это при храме. У них на глазах всегда крест. Они тут же несут какое-то служение храму. Вот поэтому дело уже каждого станется делом всего собора церковного, церкви, общины. Вот формы соборности, например. Ну, также можно говорить о стариках, о одиноких. Очень мы видим в Священном Писании яркий пример заботы о вдовах, например, сиротах. Это в Древней Церкви было характерным.
Например, с древнейших времен мы знаем, как в Александрийской церкви после очередного жестокого гонения при Диоклетиане на христиан было очень много уничтоженных христиан. Настолько сильно это повлияло на египетских христиан, что у них даже летоисчисление идет не от Рождества Христова, а от эры мучеников, вот от этого гонения Диоклетиана. Вот, и у них в Александрии, в центре, был даже что-то вроде детского дома, где детей собрали, сирот, детей мучеников, исповедников Христов, их собрали, и церковь взяла воспитанных на себя. Это дела благотворительности, милосердия. Не совсем. Это дело семьи. В этом срезе получается, что это уже совершенно иной подход. Совершенно верно. Это дело семьи. Это чьи дети? Вон тех. Нет, это наши дети. Это наши дети. И их там воспитывали, причем учили благочестию. Мне поразило один факт, может, не по теме, я не удерживаюсь сказать. Их учили жертвенности, например. Жертвенности конкретные, например, на храм. Мы, знаете, в Писании написано, в Библии сказано, не предстанем пред Господом Богом с пустыми руками. Что-то от Бога, что-то от нас надо разве? Это не Он разным дает? Он дает, ему ничего не надо. Но знаете, что нам надо научиться любить. А любовь и жертва – это нерасторжимая вещь. Когда я говорю, я люблю ее, поэтому она мне должна, да. Это не любовь. Или так, я люблю ее, поэтому я буду делать. Подождите, а ей это надо? Почему все, когда слово «я» и «я», это тут нет жертвы. Здесь есть идолопоклонство себе, кумирослужение своей гордыни. А истинная любовь. Нерасторжимой жертвы. Поэтому детей учили быть жертвенными, христианские детей, и в Древней Александрии. Для чего? Чтобы научиться любить. Что могли пожертвовать эти маленькие дети, которые были на содержании церкви. Они перед богослужением вместе шли к Нилу, черпали воду и несли воду из реки. Она не покупная, но был маленький труд. И они это делали. Зачем вода? А для всего, полы вымыть. После службы в церкви. Надо вода? Ну, надо. Для всего, буквально для всего. Поэтому кто-то должен принести. Вот они это и совершали. Ну, взрослые привезли бы сразу какой-нибудь бочкой, проще было бы. Проще. Но для детей важнее. Так лучше и важнее. То есть, вот это даже такие моменты воспитания. Не современно, только вот дали образование, накормили и напоили. Уложили спать, одели и обули. Понятно. Это необходимо. А мы говорим даже такие духовные вещи. И опять почему? Не потому, что это сирота, а потому, что в церкви сирот нет. И церкви соборно являет вот эту заботу о детях. Вот, например, и такие вещи. То есть эпицентр действительно Евхаристия, литургия, но литургия превращается в литургию не только внутри стен храма, молитвенную, а литургия, общее дело, уходит уже вне храма. Неся преображение и верным, а через них всему миру. Всему миру. Да. Отсюда, например, такие вещи, как мы вот говорим, вот у нас сейчас освящение вод, там еще какие-то такие вещи, как крестным ходом идем куда-то. Здесь есть отголоски некие. Вот мы сейчас во время Евхаристии соединились с Господом, приняли его освящение, и это освящение несем в этот мир, светом которого и должны быть и солью. В это несем на эту землю, солью которой должна быть тоже. Мы сказали, но я хотел повторить, чтобы четче там прозвучало. Эпицентр соборности, центр, который все содержит, это живой Господь Иисус Христос, воскресший. Вне всякого сомнения. И это не предмет веры, а это предмет живого опыта. И образа церкви. Жизни такового. Нет? Да, да, да. И причем я хочу сказать, даже в конкретных вещах. Даже если мы говорим об эпицентре, нашего единства православного – это литургия, это Евхаристия. И она глубоко соборна. Литургия Евхаристия глубоко соборна. Из чего это видно? А вот мы бываем на богослужении, мы слышим там молитвы от первого лица. Нет. Православная церковная евхаристическая молитва во множественном лице идут. Да, по умолчанию. И почему? Потому что Господь говорит, где он? Где два или три во имя мое, там я среди них. Вот он,
выражение соборности православной. Поэтому мы молимся миром Господу, помолимся. Мы, множественное число, мы, не я, мы. А дальше о Всевышнем мире помолимся мы опять. Христу Богу живот наш предадим мы, а не я предам мы, и так далее. И поэтому, например, это настолько ярко переживалось, что в Древней Церкви основой это выражалось во всем, вот буквально во всем. Вот, например, с чего начиналось богослужение и входить в литургию? С чего? Мы читаем в описаниях с древнейших времен, дошедших до нас. Сказано так. Собирается народ Божий в притворе храма. Причем притворы были не как у нас сейчас, проходящий тамбур. Они были самодостаточны, большие. Они имели функциональное значение. И вообще должны бы иметь церковь и сейчас. Собираясь народ Божий, крещенные и готовящие крещение, не крещенные, но готовящиеся, оглашаемые, а также крещенные, но отпавшие грехом, кающиеся. То есть все собираются. И когда собрались, очень интересная деталь, только тогда входит епископ. После того, как собрался народ Божий. Не до того он приходит. Ну, как такой вот епископ благочестивый рано приходит на молитву. Не имеет права. Запрет на это. Раз. Не вместе со всеми. Ну, вместе со всеми. Ну, что они будут его ждать-то? Ну, что он такой? А, начальник, потому что. Нет. Поговорка. Начальство не опаздывает, задерживается. Нет. Не так. А смысл глубины духовной какой? Вот народ Божий собрались, не важно, сколько нас, 2-3 или 20, или 200-300, не имеет значения. Вот мы собрались, церковь, община, земная церковь, видимо, в это время хоть епископ. Это что свидетельствует? Это православное богослужение глубоко символично все. Это свидетельство чего? Вот раз мы собрались во имя Его, поэтому Он, Христос, среди нас, и входит епископ, как икона Христа. Как живая. Как свидетель того, что вот теперь, благодаря тому, что мы собрались вместе, Христос среди нас. Причинно-следственные связи. Да. А поэтому, так скажем, а если я епископ или священник, тут не так, так важно, но епископ пришел один и начинает службу, значит, никого нет. А получается, по этой логике, нет и Христа. Потому что нет народа Божьего. Господь своей любовью, одарив нас свободной волей, входит к нам тогда, когда мы даем быть. Он входит тогда, когда 2-3 во имя Его собираются. Когда собралась собор церковный собрался. Собрание, собор произошел. Тогда Христос присутствует, является в присутствии, и поэтому Христос, епископ, как символ Христа, как живая икона Христа, входит. Он у нас в особых облачениях, свидетельствующие, что если у нас особый присутствует Христос. Он свидетель, епископ свидетель, продолжатель апостолослужения, о котором Христос сказал, вы будете свидетели мои. Вот это свидетельство Его присутствия. И поэтому больше дальше можем действовать, потому что Христос здесь, и поэтому не священники хлеб и вино совершат в теле Христовом, это выше человеческих сил, это невозможно, это никто не сможет никогда. Это может только Бог. А вот Он пришел, Христос. И поэтому руками епископа, руками всех нас верных совершает Он, как и в молитвах Евхаристии сказано, Он приносящий и Он приносимый. Он же. Поэтому это очень важный момент. Поэтому это что такое вот в этом литургии? Собрание верующих. Точка. Православных, объединенных одним желанием – нет, нет и нет. Это собрание, которое дает быть Христу, и собрание воскресшего Спасителя со своим народом. Вот что такое соборность церковная. И поэтому все остальное отсюда вытекает уже. Поэтому, вот, например, услышал такое, знаете, такой пример мне рассказали, читал на Афоне один из пустынных отцов, такой благочестивой формы у него спасения была. Он, будучи отшельником, одиноко, в келье, в затворе, каждый день служил литургию. И причащался, евхарист совершал. У меня вопрос. Совершал евхарист, служил литургию. Литургия общий дел. Общий дел с кем? Ну, можно, конечно, сказать. Ну, с Богом, с ангелами, с святыми. Нет, мои золотые, это натяжка искусственная.
Не мог он, не имел права. Это форма интересного благочестия, но уже какого-то обрядоверия, в котором отпадение православия происходит, понимание. Христос действует. Поэтому, когда, например, в храме совершается богослужение, а людей нет, тогда, получается, невольно напрашиваются выводы. И тут люди в одеждах служат, а Христос где? Должно быть собрание народа Божьего. И потом, в идеале, когда церковь собирается, вот тело у меня, перечислим органы, они все здесь. И ухо, и глаз, все здесь. Поэтому церковь собирается в полноте. Вот это, есть у православных такой интересный термин. Треба. Что-то по потребности совершается. А потребность кого-то. И только для этих конкретных людей. Вот мне молебен, ослужите панихидочку. А? Частную товарищ шаман в рясь, ослужите мне лично, частненько. Вот это вообще дико неправославно. Это антиправославно. Так не может быть. Ну, машинку мне осветите. Что? К шаманам? Вам, да, к вам к шаманам, ошиблись адресом. Если машину светить, то так. Совершается богослужение, Евхаристия, мы соединились с Господом, в причастии Христовых тайн, мы получили освящение и вместе молимся об освящении машины или машин, которые в церковь подвели, и вот их освящаем. И что угодно еще. И яблоки, и груши, и платки, и котов, и как на Руси было. Перед началом пахты лошадей. Все. Без разницы. Все. Все ничем освящение. Но эпицентр освящения не святая вода, не кадильный дым, не батюшка его наличие, а Христос, присутствующий, потому что собрался народ Божий. Конкретно Спасская община приняла решение быть на земле. Но не все могут, не все хотят переехать на землю. Как в реалиях нашего 21 века, в реалиях города, быть общиной, жить общиной? Главный принцип, мы сказали, в мире, это евхаристическое единство. Это вместе собираться у чаши. Вместе соединяться с Христом. Потому что вне Христа это не собор, это не община. Это нечто иное. Клуб интересов. Клуб по интересам, да. Пускай очень хороший, но только клуб максимум. Поэтому основа это, мы говорим, евхаристическое наше единство с Господом и в нем друг с другом. Раз. А дальше то единство, которое данные люди готовы и могут пойти. Это, например, очень много что может. Скажем, вот большой город. Ну, у нас Москва есть такой, Петербург, города-миллионники, большие города. Например, скажем, вот при этом храме, вот мы собираемся, молимся, но у нас есть нечто общее. Возьмем такой пример. Дети-инвалиды. Все-таки семьи, в которых дети-инвалиды, это особые семьи. И не всегда все просто. Да. И бывает... А вот трудности. А вот мы... Похожие, собираемся вместе, делимся опытом. И вместе не только вот, но переживаем какие-то проблемы, а вместе их решаем. Вместе проходим. Например, вместе отдыхаем с детьми. У нас особые дети. Мы не можем просто везде со всеми. А вот мы после литургии, скажем, в воскресенье вечера, вот вместе собираемся, чтобы и дети могли пообщаться, и поиграть, и мы обсудить какие-то наши насущные дела. Вот, например, связующие, может быть, в большом городе, в очень большом, потому что в небольшом приходе, конечно, ну, сколько, может быть, семей инвалидов, а в большом городе они могут группироваться около храма. Например, этот момент. Я, например, знал такую, по интересам, что называется, такое явление сейчас есть, как церкви в местах лишения свободы. Это ведь люди там не просто вместе причащаются, молятся, а у них страшная общность. Да. Они несут тяжелые последствия своего преступления, греха тяжелого какого-то даже. Или, а есть невинно, всяко бывает ведь. И вот там они собрались, и эта община совершенно, конечно, уникальна будет. И вот там осознание покаяния, глубины, возможности большие, мне приходится...
некоторыми переписывались, некоторых знать, а многих слышать, это совершенно уникальные силы. Они, у них там общество, они сидят вместе, тоже там, работают вместе, вместе там ночуют даже. Там это общество очень сильное. Многие, уходя, мне вот приходилось контактировать с такими людьми, уходя потом на свободу, тосковали по потерянной общине. Даже так? Вот так вот. Не по тюрьме, конечно, не по зоне, а по общине, по общности, которая там была, православная общность. Вот. Хотя не в каждой общине было очень часто причастие, конечно. В некоторых редко батюшка появляется. Ну вот, вот, вот тоже такая вот своеобразная община. То есть очень разные могут быть, очень разные, совершенно в разных направлениях. Но поэтому время идет, и сейчас процесс урбанизации очень сильный. В городах в основном массовое население живет. Тут свои особенности сейчас, сейчас. Но исторически древняя община все-таки это она на земле. Тут, тут возможности быть близко больше. Вот если говорить, опять возвращаемся к Спасской общине, это даже земля, которая ими приобретается, и где они прям живут рядом. Они, дети играют вместе на улице, ходят в одну школу, а вместе даже какие-то вот дела делают, ну, сено косят, запасают. Ну, как в ролике. Помогают. Ну, это реально помогает. Вот, привезли сено, идем разгружать к этому, потом к нему, к четвертой семье, например, так далее. Вместе, так удобнее, быстрее, легче, лучше. Вот, а опять повторюсь, я только... Поэтому тут больше возможностей на селе. Но так вот опять повторюсь, и больше возможностей это единство во Христе сделать. Ну вот, например, пускай даже такой вариант, как мы сказали. Если каждый день, то даже вот мы сейчас, что у нас пришлось в обществе? Ну, тоже сено начинал заложить. Ну, мы же православные. С чем тем? Господи, благослови. Снимаем козырьки, крестимся. Господи, благослови, помоги нам, милости Божией. Ну и... А, например, можно как-то при этом что-то... Ну, так вот, на Руси хорошо во время работы петь соборно. Одно что. А сколько православных-то вещей, которые можно петь-то? И богослужебных, и народных православных. С глубокой темой. У нас есть прекрасные православные песни. Их мало кто знает, но они есть. Хотя я хотел, чтобы было побольше. Вот, например, у тех же протестантов, у тех больше... в стихи выложены таких, как они говорят, псалмы или канты. Вот. Ну, нам нужно создать свое, православное. Хотя в России очень много таких песнопений народных, причем Божья Мать, Ангел-Хранитель, там Святой Николай. Вот при этом руки работают, уста поют вместе. Это тоже форма соборности.